Основы и ценности русского мира – это прежде всего русский язык, обязательная совершенно история с изучением его и владением им. Это русская культура, то есть русская проза, русская музыка, я не побоюсь этого слова, она существует. Там тот же Петр Ильич Чайковский, да, это абсолютно русский композитор, хотя всякий уважающий себя американец уверен, что это американский композитор польского происхождения. Но это неправда. Понимаете, это русская, я не побоюсь этого слова так, усадьба, заповедник, их бесчетное количество по России. Их можно объезжать, просто уездиться. Это и Некрасов, и Вятская, и Пушкиногорье, там Михайловская, Тригорская, Петровская, и Чеховские все места. Да? Вот для меня все это основа русского мира, ну, конечно, русская литература.